там работаю. Добрый день, меня зовут Матвеев Евгений, я учитель среднеобразовательной школы номер 118. Сегодня я проведу онлайн-урок по физической культуре для школьников. Также предлагаю присоединиться родителей и всех желающих к нашему уроку. Так как в режиме самоизоляции двигательная активность у нас нарушена, предлагаю выполнить комплекс общеразвивающих упражнений, направлены на повышение тонуса организма, улучшение кровообращения и размять наш опорно-двигательный аппарат к выполнению силовых упражнений, которые будут после общеразвивающих. Итак, исходное положение: ноги на ширине плеч, руки на поясе. На раз наклон вправо головы, 2 исходное, 3 влево, 4 исходное. Исходное положение принять, упражнение начиная. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и раз, два, три, закончили. Исходное положение, средняя стойка, руки на поясе, повороты головы, 1, 4 вправо, круговые движения головой, 1, 4 вправо, 5, 8 влево. Исходное положение, руки на пояс принять, упражнение в правую сторону, начиная, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, закончили. Переходим к плечевому поясу. Исходное положение, средняя стойка, руки к плечам, лопатки сведены друг к другу. 1, 4, круговые движения вперед, 5, 8, назад. Исходное положение, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стой. Исходное положение, средняя стойка, правая рука вверху, левая внизу, отведение рук назад. На 1, 2, отведение правой руки, 3, 4, левой. Исходное положение принять, упражнение начиная. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 и 1, 2, 3, закончили. Исходное положение, средняя стойка, на раз наклон вперед, 2 исходное, руки на поясе. Исходное положение, руки на пояс принять, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4 и 1, 2. Следующее упражнение. Руки в замке перед грудью. 1, 4 вправо, круговые движения. 5, 8 влево. Исходное положение принять. Упражнение начинает в правую сторону. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стой. Исходное положение, средняя стойка, руки на поясе. Круговые движения в тазобедренном суставе. 1, 4 в правую сторону, 5, 8 в левую. Исходное положение, руки на пояс принять. Средняя стойка, спина прямая. Упражнение в правую сторону начинай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, стой. Исходное положение, широкая стойка, руки вместе. На раз касаемся носка правой ноги, два середина, три левой ноги. Исходное положение, руки на поясе, 4. Исходное положение принять,
Упражнение к правой ноге. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз. Четыре и раз, два, три, закончили. Развернуты в стороны. На раз, выпад ногой пола, два исходная. Три, выпад левой ногой, четыре исходная. Итак, исходное положение принять. Упражнение с правой ноги. Начинай. Раз. Два. Касаемся полом колена. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Руки через стороны, вдох, глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. Наш организм готов к силовой работе. Сейчас приступим к силовым упражнениям. Первое упражнение. Глубокие приседания, полный присед. Количество повторений, у кого средний уровень, выполняет 10 раз, у кого низкий, выполняет 5 раз. Физическое. Спина прямая. Выполняем глубоких приседаний. 10. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. Ноги встряхнули, руки через. Выдох. Выдох. Восстановили дыхание. 30. Вернемся ко второму подходу. Могу пообщаться. После урока. Плеч, спину. Раз. Два. Три. Девять. Упражнение. Движение не самое большое его выполнение.
Ноги вместе. Как можно дальше. Может которая мы лежа сначала начинаем.
каждую руку. Замок вверх, вправо, вернулись. Руки-ноги встряхнули. Три секунды. Начали. Приготовились ко второму подходу. Итак, лежа на животе. Таз не отрываем. Закончили. Руки через сон. Следующее упражнение. Руки подняты. Руки. Не касаясь. Вводим ноги. Держим пресс и закончили. Вперед. Вниз. И выполнил.
когда закончим вопрос. Физкультура заставляет себя ребенка заниматься расписанием. Смотреть эфиры Министерства спорта Омской области, повторять за специалистами работу. Выполнять такие тренировки. Пока у нас его очень много. Порядок. Ждем еще вопросы. Сколько нужно раз скачать пресс? Пресс — это такая штука, которая всегда нуждается в работе или появляются нехорошие такие поиски. Поэтому пресс можно даже перед сном в домашних условиях. Кто-то ноги держит. Вот, и будет у вас красивый рельефный пресс. Ну все, всем здоровья, занимайтесь спортом. За новостями группы Министерства спорта Омской области. Не болейте, будете заниматься спортом, никакие нам коронавирусы не страшны. Ну и старайтесь быть дома. Всего доброго, всем здоровья.